أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في ظل العرش لنا أمل يجمعنا الله ويعطينا، أمضينا العمر لنا عمل نعمل لله فيهدينا، أمضينا العمر لنا عمل نعمل لله. Мир вам, милость Аллаха и Его благословение. С именем Аллаха и хвала Аллаху, благословение и мир посланнику Аллаха, Его семье, женам, сподвижникам, последователям и всем, кто Его полюбил. А затем, мои братья и сестры по религии, поистине, я люблю вас ради Всевышнего Аллаха и прошу Аллаха, чтобы Он постоянно собирал нас на этом свете для поклонения Ему и на том свете, в мире Его милости, с пророками, искренними, павшими за веру и праведниками, и как прекрасны они в качестве друзей. О те, кого я люблю ради Всевышнего Аллаха, мы продолжаем наш разговор о тех, кого Всевышний сокроет в тени, в день, когда не будет иной тени, кроме Его тени. О Аллах! Сделай нас из них. О Аллах, воскреси нас с ними. О Аллах, укрой своей тенью в день, когда не будет никакой иной тени. О Аллах, дай нам приблизиться к озеру Твоего Пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Напои нас из его рук благим напитком, после которого мы никогда не испытаем чувство жажды. О Аллах, собери нас в высшей степени рая, фирдауси, не испытавшими ни наказания, ни отчета. О Аллах, прикрой нас Твоей прекрасной завесой и не позорь нас перед Твоими творениями ни в этом мире, ни в мире ином. Мы дошли до седьмой группы людей, указанной в этом объемлющем, благом и прекрасном хадисе, который передали два шейха в области хадисов в двух достоверных сборниках. От Абу Хурейры, да будет доволен им и всеми остальными сподвижниками, Аллах сказал: «Сказал пророк, да благословит его Аллах и приветствует, семерых укроет Аллах в тени своей в тот день, когда не будет иной тени, кроме его тени, справедливого правителя, юношу, росшего в поклонении Господу, человека, сердце которого подвешено в мечетях, тех двоих, которые любят друг друга ради Аллаха, встречаясь и расставаясь только ради Всевышнего, мужчину, которого пожелала знатная и красивая женщина, и который сказал: «Поистине, я боюсь Аллаха, Господа миров». Того, кто подает милостыню настолько тайно, что его левая рука не ведает, сколько тратит правое, а также того, чьи глаза наполняются слезами, когда он в одиночестве поминает Аллаха. Сегодняшний разговор в нашей передаче будет посвящен достоинству поминанию Господа. Название передачи «Преуспели те, кто уединялся». «Преуспели те, кто уединялись». Сегодня наша речь пойдет о том, кто поминал Аллаха, уединяясь для этого, и его глаза наполнялись слезами. О те, кого я люблю ради Всевышнего Аллаха, знайте, что поминание Аллаха, свят Он и велик, является одним из самых великих видов поклонения, с помощью которого проходит печаль, происходит очищение от грехов, увеличивается количество добрых дел, возвышаются степени. Поминание Всевышнего делает печальное сердце радующимся, ликующим, и делает беспокойную душу спокойной и уравновешенной. И даже если бы в поминании Аллаха Всевышнего не было бы никакой пользы, кроме того, что Всевышний сказал: «Поминайте меня, и я помяну вас», этого было бы достаточно. Не так удивительны слова Всевышнего Аллаха: «Поминайте меня», но крайне удивительны слова Всевышнего Аллаха: «Я помяну вас». Кто я такой? Какова моя ценность?
кем я стану в будущем и каково мое положение, чтобы, когда я упоминал своего Господа, Он также упоминал меня. Если я упомяну Его скрыто, Он также упомянет меня скрыто. А если я упомяну Его в окружении, то Он вспомнит меня в окружении более достойном и более великом, чем мое окружение. Если бы в поминании Аллаха не было бы другого достоинства, кроме того, что этого человека поминает Господь миров, то этого было бы достаточно. Хасан аль-Басри, да помилует его Аллах, сказал: «Ищите сладость в трех вещах: в молитве, поминании Аллаха и во время чтения Корана. А если вы не найдете ее, то знайте, что поистине дверь заперта». Чувствуешь ли ты сладость в молитве? А когда ты выходишь с молитвы, говоришь ли ты, что желал бы, чтобы имам еще удлинил ее? Ощущаешь ли ты спокойствие, уравновешенность, отдохновение, когда ты стоишь перед Аллахом? Или ты среди тех, которые, если имам удлинил молитву на минуту или на две, начинаешь злиться, а кто-то из них начинает гневно фыркать? Ищите сладость в молитве и во время поминания Аллаха, и во время чтения Корана. А если вы не найдете ее, то знайте, что поистине дверь заперта. Зуннун аль-Мисри сказал, да помилует его Аллах: «Клянусь Аллахом, не является прекрасным этот мир, кроме как с поминанием Аллаха. И не будет прекрасным тот свет, кроме как с его прощением. И не будет прекрасным рай, кроме как с созерцанием Всевышнего». Наилучшая вещь на этом свете – поминание Аллаха. И самое прекрасное на этом свете – прощение от Аллаха. И самое великое в раю – это созерцание Всевышнего Аллаха. Клянусь Аллахом, не является прекрасным этот мир, кроме как с поминанием Его. И не будет прекрасным тот свет, кроме как с Его прощением. И не будет прекрасным рай, кроме как с созерцанием Его. Сказал один из специалистов по Корану: «Кладезь знаний, Ибн Аббас, да будет доволен им Аллах. Поистине, Аллах Всевышний не вменил никакой обязанности, кроме как сделал для нее определенные рамки, а затем простил своих рабов в тех случаях, когда они имели оправдание, кроме поминания Аллаха. Любое поклонение, мои братья, Всевышний установил для него границы, где она заканчивается. Например, Он установил для нас в течение суток 5 молитв и установил для нас пост в месяц Рамазан каждый год. Предписал нам хадж один раз в течение жизни и предписал нам закат каждый раз, когда заканчивается финансовый год, а для посевов – каждый раз при сборе урожая. Если ты взглянешь на любое поклонение, то увидишь, что у него есть верхний предел, кроме поминания Аллаха. Всевышний Аллах сказал: «О вы, которые уверовали, поминайте Аллаха». Сколько, о мой Господь? Обильным поминанием. «О вы, которые уверовали, поминайте Аллаха обильным поминанием». Всевышний Аллах не сделал для поминания границы, где бы она заканчивалась. И не имеет оправдания ни один человек для оставления его, кроме того, у кого помутился рассудок. И сказал Всевышний: «И поминайте Аллаха стоя, и сидя, и лежа на боках. О те, кого я люблю ради Аллаха! Ни одно поклонение не лишено поминания Аллаха. Почти каждое движение или застывшее положение пророк, да благословит его Аллах, приветствует, предписал для него определенное поминание. Если ты пьешь, то есть поминание. Заканчиваешь пить – есть поминание. Кушаешь – есть поминание. Заканчиваешь еду – поминание. Забыл упомянуть вначале – упоминаешь в конце. Прежде чем войти в уборную – поминаешь. Во время выхода из уборной – поминаешь. Когда смотришь в зеркало – поминаешь. Когда одеваешь и когда выходишь из дома – поминаешь. Когда входишь в мечеть – поминаешь. Во время выхода из мечети – поминаешь. Когда входишь в дом – поминаешь. Когда ты находишься со своей женой – поминаешь. Свят Всевышний Аллах! Ни одно поклонение не обходится без поминания. Мы умма, отличающаяся поминанием Аллаха. Ни одно поклонение не обходится без поминания. Твой вход в ислам происходит путем двух свидетельств, которые сами по себе содержат поминание.
Кто либо хочет принять ислам, он произносит слова свидетельства. «Ашхаду алла иляха илляллах». А наилучшее поминание Аллаха – это «Ля иляха илляллах». «Ва ашхаду анна Мухаммадан Расулуллах». Молитва, вступление в нее, ее суть, тем, что идет после нее – все это поминание, поминание, поминание. Когда наступило время молитвы, муэдзин произносит азан. А азан полностью является зикром. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар. Это поминание. А завершается азан упоминанием единобожия. Азан также включает в себя два свидетельства, которые тоже являются поминанием. А если мы совершаем омовение, то начинаем его с поминания. Имам ат-Тирмизи в своем сборнике передает достоверный хадис, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Нет омовения у того, кто не упомянул имя Аллаха при нем». А после омовения также поминание. «Ашхаду ан ла илляха илляллах, вахдаху ла шарика ла, ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулу, Аллахумма джаальни минат таввабин, ваджаальни минал мутатахирин». Все это поминание. Также второй призыв к молитве тоже поминание. А если мы захотим помолиться, то вход в молитву тоже совершается с помощью поминания. Аллах велик. А затем мы читаем дуа после входа в молитву, а дуа – это поминание. Затем произносим «Во имя Аллаха, милостивого и милосердного». И, наконец, Коран. Коран сам по себе тоже является поминанием. Поистине, мы ниспослали поминание, и поистине мы его охраняем. Молитва с приготовлениями к ней и сама по сути является поминанием. В поясном поклоне мы произносим поминание Аллаха. В земном поклоне мы произносим поминание Аллаха. Между земными поклонами произносим мольбу, а это тоже поминание. И когда мы заканчиваем молитву, то просим прощения у Аллаха, обращаемся с мольбами, восхваляем Аллаха, возвеличиваем Его. Все это поминание. Закат тоже является поминанием. Аллах Всевышний сказал: «Возьми из их имущества милостыню, которой ты очистишь их». Где же здесь поминание? «И обращайся с мольбами за них». А мольба – это поминание. Пост – месяц Рамазан. А Рамазан – месяц Корана. То есть это месяц поминания. Всевышний сказал: «В месяц Рамазан был ниспослан Коран, верное руководство для людей, ясные доказательства верного руководства и развлечения». Затем приходит сладостное окончание месяца Рамазана, охваченное словами «Аллах велик», а это поминание. Всевышний говорит, повелевая нам оканчивать Рамазан поминанием, сказал Всевышний: «Чтобы вы довели до конца определенное число дней и возвеличили Аллаха за то, что Он наставил вас на прямой путь, может быть, вы будете благодарны». Как только муфтий говорит, что завтра праздник, мы начинаем поминать Аллаха праздничным такбиром. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, ла илляха илляллах, Аллаху акбар, Аллаху акбар, ва лиллахил хамд. Аллах. Нет праздников, которые были бы более прекрасными, чем праздники мусульман. Мы начинаем их такбирами и с наступлением утра совершаем молитву Господу миров, затем слушаем слова Аллаха и слова Его посланника, да благословит его Аллах и приветствует. Затем идем по гостям, поддерживая родственные связи и занимаемся дозволенным весельем. Хадж – это поклонение, связанное с поминанием. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Наилучший хадж – это Аль-Адж и Ас-Садж». Знаете, что такое адж? Это усиление голоса при произнесении поминания Аллаха. Как только я одеваю ихрам, и я начинаю обряды, я начинаю поминать нашего Господа. О Аллах, предпиши нам принятую Тобой умру и праведный хадж каждый год. О Аллах, не лишай нас поклонения Тебе через умру и хадж в каждом году, пока мы не встретим Тебя. И сделай все наши деяния праведными и искренне обращенными к Тебе. И не лишай нас этого. Наилучший хадж – это Аль-Адж, то есть возвышение голоса при тальбии, и Ас-Садж. Когда ты видишь черный камень, во имя Аллаха, Аллах велик,
Когда кидаешь камни, Аллах велик. Когда приносишь жертву во имя Аллаха, Аллах велик. Все это поминание. А когда мы выходим из долины Арафа, мы увеличиваем поминание. Всевышний сказал, «А когда вы вернетесь с Арафа, что же нам делать, о Господь? Когда вы вернетесь с Арафа, поминайте Аллаха. Поминайте Аллаха в заповедном месте. Поминайте Его, поскольку Он наставил вас на прямой путь, хотя прежде вы были одними из заблудших». Поминание Аллаха таким образом входит во все виды поклонения. В каждом поклонении есть поминание. Поминание Аллаха Всевышнего есть поклонение всего сущего. Все творения поминают нашего Господа. Небо, горы, моря, реки, деревья, листья деревьев, капли дождя, молния, гром, ангелы, животные, рыбы, муравей, камень. Все сущее поминает Аллаха. Кроме глупых из числа сыновей Адама и глупых из числа джиннов. Всевышний Аллах сказал, «Нет ничего, что не прославляло бы Его хвалой, но вы не понимаете их словословия. Вы не можете это понять, однако наш господин Сулейман слышал это, наш господин Дауд слышал это, а также наш пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, слышал это. Когда к нему пришла одна делегация и сказали, кто подтвердит, что ты посланник Аллаха, и он взял в руку камень и раскрыл руку, сказал, этот камень свидетельствует, что я посланник Аллаха. И камешек стал поминать Аллаха на его руке так, что его услышали все, кто там находился. Поминание Аллаха. Поминание – это поклонение всего сущего. Нет ничего, что не прославляло бы его хвалой, но вы не понимаете их словословия. Также сказал Всевышний, ему одному все покоряются. А также сказал, то, что на небесах и то, что на земле, славит Аллаха. А также сказал, его славит семь небес, земля и те, кто на них. Его славит семь небес, земля и те, кто на них. И даже горы поминают нашего Всевышнего. Горы славят Господа. Птицы славят Господа. Сказал Всевышний, мы подчинили горы и птиц для того, чтобы они славили нас вместе с Даудом. Мы это сделали. А также сказал, о горы и птицы, славьте вместе с ним. Мы сделали железо мягким для него. Наш господин Дауд поминал Аллаха, а горы следовали за ним в этом. Горы славят Аллаха, птицы славят Аллаха, гром славит Аллаха, сказал Всевышний. Гром прославляет его хвалой, а также ангелы от страха перед ним. Он мечет молнии и поражает ими, кого пожелает. Ангелы поминают Аллаха? Конечно. Это самые почтенные из поминающих Аллаха. Мы прославляем тебя хвалой и освящаем тебя. Нам достаточно для понимания достоинства зикра нескольких хадисов. Самое легкое поклонение – это поминание Аллаха. И самая великая награда из поклонения предписана за поминание Аллаха. И от Него тебя ничего не сможет отвлечь. Я могу, когда работаю, поминать нашего Господа. Я могу в пути также поминать нашего Господа. И во время еды я могу поминать Аллаха. Ничего не может отвлечь тебя от зикра. Когда ты за своим рабочим станком, займи свой язык поминанием Аллаха. Ты можешь зарабатывать миллионы добрых дел. И ты, находясь в доме и готовя еду, задействуй свой язык поминанием Аллаха. Получишь миллионы добрых дел. Поминай Аллаха, получишь миллионы добрых дел. Это самое легкое поклонение и самое великое из поклонений по своей награде. Обратите внимание на некоторые достоинства зикра. Имам Муслим проводит в своем достоверном сборнике хадис, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Преуспели уединявшиеся». Люди спросили, «А кто такие уединявшиеся, о посланник Аллаха?» Он ответил, «Мужчины и женщины, много поминающие Аллаха». Они опередили. Они из тех, кто впереди. Послушайте этот удивительный хадис, который передали имам ат-Тирмизи, ибн Маджа и Хаким, и который является достоверным от Абу Дарды, да будет доволен им Аллах, который сказал, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, не сообщит ли мне вам о лучшем из ваших деяний и наивысшей из них по степени,
самое возвышенное у вашего Господа и лучшее для вас, чем давать в качестве милостыни серебро и золото. То есть лучше, чем если ты будешь давать людям слитки серебра и золота. И лучше для вас, чем если вы встретите ваших врагов и станете бить их, и они станут бить вас. Аллах велик. Что это за великое дело, награда за которое выше, чем если я буду убит на пути Аллаха, и чем если я буду давать людям слитки золота и серебра? Люди сказали: «Сообщи нам, о посланник Аллаха, что это за дело?» Он сказал: «Поминание Аллаха. Поминание Аллаха, о рабы Аллаха». Также передают имамы Тирмизи и Ибн Маджа в достоверном хадисе от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, который сказал: «Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: поистине, этот мир проклят. Проклято все, что в нем, кроме поминания Аллаха и все, что следует за ним, а также учителя и ученики. Самое великое, чем ты можешь заняться на этом свете, это обучать или обучиться, или поминать твоего Господа». Также передает имам Абу Суни в достоверном хадисе от Амра ибн Аббаса, да будет доволен им Аллах, который сказал: «Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: когда восходит солнце, не остается никого из творений Аллаха, который бы не восхваляло его хвалой, кроме шайтанов и глупцов из сыновей Адама». Разве это разумно? Одежда, которую ты носишь, поминает Аллаха. Еда, которую ты кушаешь, поминает Аллаха. Напиток, который ты пьешь, поминает Аллаха. И верховое животное, на которое ты садишься, также поминает Аллаха. Дорога, по которой ты идешь, тоже поминает Аллаха. Дерево, в тени которого ты сидишь, поминает Аллаха. И ты один, единственный, пренебрегаешь поминанием Аллаха. Ты действительно глупец. Так сказал посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Когда восходит солнце, не остается никого из творений Аллаха, кто бы не восхвалял его хвалой, кроме шайтанов и глупцов из сыновей Адама. Также имам Аль-Бухари и Муслим передают в двух достоверных сборниках хадис, поясняющий состояние сердца, поминающего Аллаха, и сердца, пренебрегающего этим, а также состояние их домов. От Абу Мусы Аль-Ашари, да будет доволен им Аллах, передается, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Дом, в котором поминают Аллаха, и дом, в котором не поминают Аллаха, можно сравнить с живым и мертвым. Дом, в котором не поминается Господь миров, это кладбище. Дом, хозяин которого входит в него, не поминая Аллаха, стучит в дверь или бьет ее ногой, открывает и говорит: «Здорово!» или «Добрый вечер!» не говоря «Ассаламу алейкум ва рахматуллах». Кто не поминает Аллаха при входе, шайтаны говорят: «Мы нашли себе ночлег». Сел кушать и не произносит во имя Аллаха, и шайтаны говорят: «Мы нашли ужин». Это кладбище. В нем все грехи и ослушание Аллаха, и смертные грехи. Что касается дома, жильцы которого поминают Аллаха, то это дом, как будто он частичка рая. Имамы Аль-Бухари и Ахмад от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, передают, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, передал, что Аллах Всевышний говорит: «Я с моим рабом, когда он поминает меня». И движутся его губы. Имам Бухари передал его смысл, а имам Ахмад привел его в своем муснаде, назвав достоверным, да помилует его Аллах. Хадисов о достоинстве поминания большое количество, среди которых то, что передали имамы Муслим и Ахмад от Абу Малика Аль-Ашари, да будет доволен им Аллах, который сказал: «Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: слушайте и примите этот дар от пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует». Он говорит: «Может ли кто-либо из вас совершать ежедневно 1000 добрых дел? Можешь ли ты сделать каждый день 1000 добрых дел?» Люди спросили: «Как же это можно сделать?» Он ответил: «Он прославляет Аллаха, говоря «Субханаллах» 100 раз, и Аллах записывает ему за это 1000 добрых дел и стирает с него за это 1000 проступков. О Аллах, если я потрачу полчаса
И ты ведь немного. И буду повторять: «Свят Аллах, свят Аллах, свят Аллах, свят Аллах». И так 1000 раз. Аллах запишет мне 1000 добрых дел и стерет 1000 проступков. Аллах велик, Аллах велик. Послушай хадис, который передали имам Ахмад и Муслим, также от Абу Малика Аль-Ашари, да будет доволен им Аллах, который сказал: посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: чистота – это половина веры. Под словом «вера» здесь понимается молитва, а под словом «чистота» понимается омовение. Чистота – это половина веры. Слова восхваления Аллаха заполняют весы добрых дел, а прославление и восхваление Аллаха заполняет то, что между небом и землей. Молитва – это свет, милостыня – аргумент, терпение – это сияние, а Коран – довод в пользу тебя или против тебя. Все люди, выходя утром, продают свою душу, спасая ее, или обрекая на погибель. Послушай также: «О тот, кого я люблю ради Аллаха». Хадис, который передали имам Аль-Бухари и Муслим в своих достоверных сборниках, от Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, который сказал: посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: кто скажет, обратите внимание на этот прекрасный хадис, кто скажет «Субханаллахи ва бихамдихи» 100 раз в день, соберутся его поступки, даже если они будут подобны морской пене. О достоинстве зикра говорит этот прекрасный хадис. Клянусь Аллаха, самое прекрасное, что я прочел из сунны пророка, да благословит его Аллах и приветствует, относительно достоинства зикра. И все вы знаете этот хадис. Я лишь напоминаю его вам. Имамы Аль-Бухари и Муслим передают в своих достоверных сборниках от Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, хадис, в котором говорится: посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: хорошо бы всякий раз, как мы слышим хадис, в котором указано на какое-либо вспоминание, если мы повторяли бы его, чтобы получить награду. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: 2 слова, легкие для языка, тяжелые на весах и любимые для милости. Это А также передают Хаким, Мустадраки, достоверный хадис от Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, который сказал: посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: не указать ли вам на слова из-под трона Всевышнего, из райских сокровищ? Люди сказали: укажи. Он сказал: если раб произнесет это, Всевышний скажет: принял ислам мой раб и покорился. Хадисов о достоинстве зикра великое множество. К поминанию Аллаха Всевышнего относится благословение пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Говоря откровенно, разговор о салавате пророку и его достоинстве может занять несколько встреч, без какого-либо преувеличения. Хадис, который передал имам Хаким в достоверном сборнике, от Абу Тальхи, да будет доволен им Аллах, который сказал: посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: пришел ко мне, отправленный моим Господом, свят он и велик, и сказал: кто благословит тебя из твоей уммы, Аллах запишет ему за это 10 добрых дел и стерет с него 10 проступков. И возвысит его за это на 10 степеней и ответит ему тем же благословением. Также передали имамы Ахмад и Ат-Тирмизи в достоверном хадисе от Хусейна ибн Али, да будет доволен им Аллах, который говорил: посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: скупой тот, перед кем был упомянут я, и он не благословил меня. О Аллах, благослови Мухаммада и семью Мухаммада, как ты благословил Ибрахима и семью Ибрахима, поистине ты хвалим и славный. И облагодетельствуй Мухаммада и семью Мухаммада, как ты облагодетельствовал Ибрахима и семью Ибрахима, поистине ты хвалим и славный. Знаете ли вы, что является наилучшим поминанием, наилучшим зикром, которым мы могли бы поминать Аллаха? Передают имам Ат-Тирмизи ибн Маджа в достоверном хадисе, в котором говорится, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: наилучшее поминание – это «Ля Иляха Илля Аллах», а наилучшая мольба – «Альхамду Лилля». У Суфьяна ибн Уэйны спросили, почему пророк, да благословит его Аллах и приветствует, назвал слова «Хвала Аллаху» мольбой, и более того, наилучшей мольбой. Разве ты не слышал слова Умайя ибн Абисальта? Разве ты не слышал слова Умайя ибн Абисальта, обращенные Абдуллаху ибн Джудану? Упомянуть ли мне о своей потребности, или достаточно мне кротости твоей? Ведь кротости твой нрав. Если восхвалит тебя однажды человек, это избавит его от обращения с просьбой.
Да, хвала Аллаху – это мольба. По принципу, что намек избавляет от необходимости прямого обращения. Наш господин Айюб не молил Аллаха об избавлении, а просто восхвалял Аллаха. Обратился с благодарностью к Аллаху. Восхвалил Аллаха. Он сказал, «Поистине меня коснулся вред, а ты милостив, милосерден». Это восхваление, а не просьба об избавлении. Но к нему пришло излечение. Поминание о рабы Аллаха имеет некоторые формы. Первое – это чтение Корана по ночам и в течение дня. Это поминание. Места приобретения знаний, то место, в котором вы сейчас сидите и приобретаете знания, это место поминания. Не собрались люди в одном из домов Аллаха, читая книгу Аллаха и изучая ее, кроме как то-то, 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 тут и до конца хадиса. Молитва, включая обязательные и желательные, все они являются поминанием. Также поминание Аллаха теми фразами, которые переданы от пророка, да благословит его Аллах и приветствует. «Альхамду лилля», «Аллаху Акбар», «Ля Иляха Илля Аллах» и так далее. Их большое количество. Просьба о прощении за проступки также является зикром. И самым лучшим из них является господин просьб о прощении. «Аллахумма анта Рабби, ла Иляха Илля Ант, халактани, ва ана абдук». وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك أعترف بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Благословение пророка, да благословит его Аллах и приветствует, в переданных нам формах тоже поминание. Мольба. Мольба тоже поминание. Переданные от пророка поминания Аллаха утром и вечером, при входе в уборную и при выходе из нее, до и после еды, при надевании и снятии одежды, тоже в зикр. В зикре есть определенные адабы. Каковы эти адабы? Первый адаб. Не поминать Аллаха, кроме как тем, что Он узаконил в своей книге или в сунне своего пророка. И поминать именно таким образом, как это делал пророк, да благословит его Аллах и приветствует. То есть нет зикра, кроме как тем, что передано. Нельзя сочинять самому зикр. Если я хочу поминать Аллаха, я смотрю, как делал пророк, и придерживаюсь этого, не сочиняя сам. Второе. Размышление над тем, что говорит поминающий Аллаха, и осознавание его смысла. А взять двухметровые четки, держа кальян во рту и произносить «суп, суп, суп, суп». Что такое суп? Или другой сидит рядом с тобой, он не понимает, он ругает. Ругается. Внимай тому, что ты говоришь, о раб Аллаха. Ты поминаешь Аллаха, совершая в то же время грех, как будто бы ты издеваешься над религией. Передается от Али, да будет доволен им Аллах, что он сказал. Нет блага в поклонении, в котором нет осознавания, и нет блага в чтении, в котором нет размышления. Адаб третий. Понижение голоса во время зикра, кроме как в случаях, когда предписано повышать голос. Всевышний сказал, «Поминай Аллаха с покорностью и страхом, про себя и негромко, по утрам и перед закатом, и не будь одним из беспечных невеж». Когда некоторые из сахабов обращались к Аллаху, возвышая свой голос, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Успокойтесь, поистине вы не призываете глухого или отсутствующего». Поэтому мы не возвышаем голоса во время зикра, кроме как в случаях, в которых нам предписано повышение голоса. Например, азан, произнесение Аллаху Акбар во время праздника, тальбия во время хаджа, произнесение имамом Аллаху Акбар в коллективной молитве. И когда он начинает читать Коран, возвышение голоса праведников во время пятничной проповеди. Все это поминание. Таким образом, основа в зикре – это понижение голоса, кроме как в случаях, в которых нам предписано возвышать голос. Четвертое. Искренность намерения. Зачем? Для чего ты поминаешь Аллаха? Так как это поклонение, которым я приближаюсь к Аллаху. Так как за каждое восхваление Аллаха дерево в раю, за каждое возвеличивание Аллаха дерево, и за каждое нет силы и мощи, кроме как у Аллаха, сокровища из сокровищ рая. Я поминаю Аллаха, наслаждаясь поминанием Его. На сердце снисходит спокойствие, проходит печаль, раскрывается грудь. Ты должен очищать свое намерение, так как зикр – это поклонение. А наш Господь говорит, а ведь им было велено лишь поклоняться Аллаху, служа Ему искренне, как единобожники. Пятое из адабов зикра, чтобы поминающий был в наилучшем состоянии. Запах изо рта был приятный. Не держа во рту сигарету и поминая Аллаха, ведь ангелам доставляет вред то же, что доставляет вред сыновьям Адама.
Не приходите на молитву, когда в ваших руках недокуренные сигареты, и ты стоишь около мечети, а имам уже совершает первый поясной поклон, и ты заходишь с отвратительным запахом. Ты должен быть в наилучшем виде и в приятной одежде, с приятным запахом изо рта, очищенным. Поистине Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, когда просыпался, первое, что он делал, это чистил зубы сиваком, даже до того, как говорил «Хвала Аллаху, который оживил нас», очищая свой рот для поминания Аллаха, свят он и велик. Имамы Аль-Бухари и Муслим передают от Ибн Аббаса, да будет доволен им Аллах, хадис, в котором говорится, что пророк приблизился со стороны Бир-Джамаль, и его встретил один человек и поздоровался с ним, но пророк, да благословит его Аллах и приветствует, не ответил ему и тебе салам, пока не подошел к стене и протер свое лицо и руки, а затем ответил на приветствие и сказал, «Я не хотел упоминать Аллаха, кроме как будучи в чистоте, и это желательно». Шестое, чтобы место, в котором ты поминал Аллаха, было чистым и благим. Поэтому Всевышний похвалил мечети по причине их чистоты. Сказал Всевышний, в домах, которые Аллах дозволил воздвигнуть, поминается Его имя. Его славят в них по утрам и перед закатом. Имам Ан-Науи сказал, является желательным для поминающего Аллаха направиться в сторону Каабы, так как это сторона, которая обращается во время поклонения. Седьмое. Есть случаи, в которых необходимо возвышать голос во время поминания, такие как азан, тальбия, Аллах велик во время праздников, или произнесение слова «Аминь». Все это дозволено по воле Аллаха. Я надеюсь, что в эту ночь я поведал вам о некоторых достоинствах зикра, которые послужат причиной, чтобы слушающие больше уделяли внимание поминанию Аллаха. Я прошу Аллаха помочь нам в том, что Он любит и чем доволен, чтобы сделал нас среди выделяющихся и сделал нас среди много поминающих Аллаха мужчин и женщин. О Аллах, сделай нас среди поминающих Тебя, среди благодарных Тебя, покорных Тебя, повинующихся Тебе, боящихся Тебя, Тебе возвращающихся по милости Твоей, по милости милосердия. Я люблю вас ради Аллаха и прошу прощения у Аллаха для себя и для вас. Мир вам, милость Аллаха и Его благословения. لنا أهل وصحيح السنة يكفينا في ظل العرش لنا أمل يحشرنا الله وينجينا.